Всем здравствуйте, господа, и сегодня я решила снять вам влог «Предпоследний день на даче», да. Предпоследний. То есть я не могла его снять, видите ли, в середине, в начале, потому что я ленивая жопа. Да, вот такая вот я. Ну и почему бы и нет, снять его в «Предпоследний день на даче». Ну а мы поехали. В общем, я сейчас иду кормить ящериц, и я, наверное, вам их покажу. Ну почему, наверное, точно я вам покажу их? Алина сейчас учится, и поэтому она выйдет ко мне попозже. Ну и, короче, я пришла сюда, и вот так вот выглядит этот террариум. Да, он божественный. Божественный. Ну и, в общем, здесь обитает 10 ящериц. Ну, и я не знаю, где все они, вроде бы солнышко выглянуло, их нет. Не пугайтесь, это мясо для них специально. И сейчас я попробую найти ящерицу, показать вам. Магия! В общем, вот эти засранцы, они тут, как бы, не знаю, спят. Скорее всего, они спят здесь, да. Ну и вот большая ящерка. Вот они все повылезали, они, наверное, почувствовали солнце. Ну и, в общем, они сейчас тут будут бегать, гулять, играть, не знаю. Да, банально. Кстати, это Стася. А вот и Алина! Алина, привет! Кстати, познакомьтесь с Алексеем, это мой кабанчик. Здесь у нас растет огурчик, и тут огурчик. Ну, много огурчиков, и я не знаю, дождемся ли мы их. Вообще, его можно будет уже завтра сорвать и покушать. В общем, к нам пробежал Джонни. Джонни, ты мой хороший пёсик, ты мой хороший. И сейчас он, видимо, пойдет в лес и будет там ловить клещей. Мой добытчик. В общем, мы сейчас пошли гулять. Вези, Алина! Давай! Среди старых кварталов нас ищут копы. Это каменный город, где все по дефолту. Наш звук называй самым низкочастотным. Тут в приоритете снести твою голову. Сплетно видят соседи нас, пока на бедах зашкаливает приторный бас. Это принципиально, нету времени спать. Руки в воздух летят только здесь и сейчас. Не перебивай, не перебивай. У стены дрожат и трещат по швам. Это back in the days, то тебе в самый раз. Нас ненавидят копы, значит мы наваливаем бас. Копы так не любят нас. Не любят нас. Нас окружили! Нет! В общем, сейчас мы решили сходить в магаз за жвачкой. Недавно новую дорогу, то есть асфальт. Теперь тут нормальная площадка, можно спокойно ехать без ям. И это просто идеально. Сейчас мы едем на поле, чтобы снять для вас красивый опыт. Я буду ужинать и мыть.